полным текстом петиции можно ознакомиться и подписать ее на сайте change.org. Не оставайтесь равнодушными. Общение с животными, особенно такими шустрыми и дружелюбными, способно поднять настроение любому. Они уже ждут вас на выставке «Планета обезьян». Вы сможете погладить лемура, почесать за ушком яванскую макаку и белоносую мартышку или увидеть солидного хохлатого мангобея. Бойкие и жизнерадостные, они так и тянутся к людям и даже с радостью покажут несколько трюков. На выставке и много других экзотических животных. Сообразительный говорящий попугай Ара, голуби и якобины с невероятно красивым оперением, шиншиллы, кролики. Любителям рептилий тоже будет кем полюбоваться, причем не только через стекло. Множество видов питонов, среди которых королевский, радужный и императорский. Здесь сможете увидеть и самую настоящую анаконду. Приходите, выставка «Планета обезьян» продлится до 12 февраля включительно. В краеведческом музее на втором этаже бизнес-центра.